Сегодня девушка принесла интересные вещи. Такой подсвечник и шкатулку. Она работает сиделкой, и хозяйка собрала старые вещи и попросила ее отнести к нам. Такой вот сундучок, красивый, резной. И здесь разные предметы. Сейчас я их покажу. Янтарные бусы необработанные, но видно, что старенькие. Бисером вышитая сумочка. Такие щипчики под сахар, старые, дореволюционные. Талоны 1991 года на метро. Билет годен для проезда по сети Ленинградского метрополитена В.И. Ленина. Билет предъявляется контролеру на пункте ручного контроля в вестибюлях станции. Талоны на колбасные изделия. Такие вот мясо и мясопродукты. Перочинный ножик. Цена 1 рубль 35 копеек. Хозяйка уже не выходит на улицу. Решила собрать все вещи и попросила сиделку отнести их к нам. Ворсма. Очки. Позолоченные или золотые, не пойму. Отломана одна дужка, но здесь стоит цифры S159. Часы, молния. Это все вещи старые из ее квартиры. Она осталась одна. Ей выписали от государства сиделку. Вот она ухаживает за ней. Егорову А.Е. в день 60-летия от товарищей по работе. Наверное, его мужа или сына, которого, наверное, уже нету. Такие еще часы. Звезда. Звезда. Заря. Иконка на металле Жако. Постоянно созванивались, уточнялись по цене, все согласовывали. Вот такая тоже вот эта прикольная с эмалью, зелененькая, оранжевая. Барахольщик очень доволен, договорились на 5500. В итоге досталась такая шикарная шкатулка. Конечно, очень много утрат. Вот здесь вот не хватает. Много трещин, но необычная. И подсвечник такой. Отливка, конечно, не важная, но все равно 1000-1500 уйдет.